Всем привет, дорогие зрители, с вами канал «Недвижимость в Алании», Paradise Алания. Нашел 2 плюс 1 в районе Тосмур, квартира подходит под ВНЖ. У нас здесь большой балкон, проект с хорошей инфраструктурой, один из качественных проектов района Тосмур. Сторона здесь восточная, у нас здесь голубь. Не буду трогать. Гнездышко. Дома никто не живет. И вот здесь голуби себе гнездышко сделали. Сторона восточная. Эта сторона. Море в той стороне. Расстояние до моря 850, максимум 900 метров. Здесь проходит маленькая дорожка. Это как бы между зданиями. Мало машин проезжает. В той стороне строится объездная дорога, где-то километр на расстоянии. Тут когда-то что-то построят, но пока что деревья только посадили, не знаю когда. Ничего не буду говорить. Этаж 5-й. Если застеклите балкон, будет дополнительная комната. Сейчас на данный момент она 2 плюс 1. Есть один санузел. Это у нас гостиная, совмещенная с кухней. Диваны новенькие. Кое-что нужно будет поменять. Телевизор, например, фирмы Sanyo. Siemens бытовая техника. Холодильник Siemens, А+. Так. Тут не маленькая прихожая, где-то 7 квадратных метров. Первая спальня. Спальня у нас 13 квадратных метров, 12,5. Измеритель забыл, не взял. Кондиционер LG Beko также выходит на этот балкон. Территория, как сказал, огромная. Бассейн, там зона барбекю. В основном живут европейцы в этом проекте. Санузел. Проточен подогреватель фирмы Siemens. Стиральная машинка Siemens. И вторая спальня тоже как минимум 12 квадратных метров. И второй балкон, который вы можете застеклить, и будет вам еще дополнительная комната. Не маленькая. По вечерам оттуда машина вообще не проезжает, редко, потому что это дорога между зданиями. Все, спускаюсь я вниз, покажу всю территорию и озвучу цену. Так, вышел я в коридор, 1, 2, 3, 4, 5 квартир. Айдан здесь. Скажем, 350, но 400 лир. Потому что она поднимается. Здесь кладовочку сделали себе. Смотрите ролик до конца, потому что проект красивый. Вместимость 4 человека. Ступенек нету, сразу входим. Здесь бассейн. Генератор. В той стороне. Теннисный стол. Бильярдный стол. Футбольный мини-стол.
И там генератор должен быть. Проект был сдан в 2010 году. Ухоженная территория. Здесь у нас открыта парковка. Вот фасад здания. Фонтанчики. Что-то работает, да, воду заполняет. Открыта парковка с той стороны и с той. Не буду людей снимать. Там горочки, барная, бар работает. Вот. Зона барбекю. Стоит проект из нескольких блоков. Тут детская игровая площадка. Вот большой бассейн. И еще один теннисный корт есть. Видите, все работает. Все функционирует. Там был теннисный корт, а здесь баскетбольная площадка, как так я понимаю. Охранник у нас во входе. Также открытый покой по этой стороне. И здесь прямой выход к морю. Где-то вам нужно поворачивать, заворачивать. Расстояние, как сказал, 850-900 метров. А из квартиры может быть 930 метров. Вот вход. Охранник. Все под наблюдением. И цена этой квартиры 135 тысяч евро. Торга нету. Прямая цена. Звоните по номеру 90-555-064-9110. С вами был Агасиев, Солнечный Алани, район Тосмар. Район Тосмар пока подходит под ВНЖ. Так что, кто торопится, тот пускай торопится. Всем пока-пока.